Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и сегодня мы с вами посмотрим на один фанатский ремейк Hello Neighbor версия Alpha 1.5. Эта версия нереализованная. Я делал на нее видео, оно очень, кстати, хорошо хайпануло. Там 4000 просмотров набралось. И вот там мы тоже играли в один фанатский ремейк. И мне скинули, короче говоря, в комментариях спасибо пользователю Димаста за то, что он скинул мне эту версию. А то просто надорвутся уже меня писать об этом в комментариях, попросить посмотреть эту версию. Короче, это тоже какой-то ремейк Alpha 1.5. И давайте посмотрим сначала на меню. Во-первых, волосы главного героя нереалистичные какие-то. Какие-то они как будто из пластика сделаны. Или из пластилина даже, с шоколада. В общем, неважно. Давайте нажимаем play. Настроек звука нет, поэтому, возможно, меня будет даже не плохо слышно. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Нажимаем играть. Посмотрим, что тут поменялось. А что не поменялось? Ну, что-то-то поменялось. Появилась школа на заднем плане. Реалистичный комод. Этого вроде бы не было. Ну-ка, закрой дверь. Здесь у нас закрытая дверь. Не буду ломиться в нее. Ну, да, эта версия лучше, чем та, что мы играли в том видео. Что у нас здесь? Тут коробки. И больше ничего. Здесь вообще ванна должна быть с туалетом. Посмотрим, что у нас здесь. Выглядит весьма неплохо достаточно. Есть. В отличие от той версии, которую мы с вами играли, здесь уже более такая нормальная погодка. Деревья есть. Там деревьев не было. Церковь. Ну, конечно, в обычной Alpha 1.5, которую показывали разработчики, не было вот этого и вот этого. Это просто чисто вставили для того, чтобы было. Там полностью реалистичная графика должна быть, но ее, как видите, нет. Так, о, даже рука торчит. Обалдеть. Ну, ящик закрыть нельзя. Хотя в Alpha 2 можно было. Звуки соседа не поменялись. Я, кстати, заглядывал уже. Опа. В смысле? А, колонка спустилась. Так, надо как-то, короче, открыть подвал. Наверное, ничего не изменилось. Дощечек столько же, сколько и было. Как пройти-то? Как залезть в окно-то? Ну, залезай, чё-то. Так, проверим все ящички. В одном из ящиков фанатской версии что-то лежало. То ли отмычка, то ли что-то еще. Я же спрятался в шкаф, он меня все равно схватил. Странно, как-то все очень. Не так ли? Ну, там камера висела, может быть, камеру можно было убрать. Короче, посмотрим. Чудо как. Так, а под кровать можно спрятаться? Нельзя. Джаз. Джаз. Могло бы играть что-то такое. Надеюсь, я не забуду вставить музычку. Посмотрим, что в комодах лежит. В комодах нифига ничего не лежит. Фонарик хоть рабочий, я надеюсь. О, можно 4 предмета класть. Это хорошо. То
той версии, которую мы смотрели, можно было только один брать предмет. Короче говоря, у нас... О, там у нас не темно, как в той версии, что мы с вами смотрели. А здесь... О, она открыта. Но здесь пусто абсолютно. Здесь нету ничего. Хотя, а может и есть. Давайте посмотрим. Да не, нифига тут нету. Здесь вообще должен быть ключ. Гаечный. А лестницы, кстати, нету, чтобы сюда забраться. Она должна быть вообще. Ой, он там. Окна здесь, конечно, без стекол. Посмотрим, короче говоря. Надеюсь, не увидит. Так, надо вспомнить, что надо сделать. Наверное, попасть на второй этаж надо. Да, на второй этаж нужно попасть. Ой, блин. Тут даже вороны есть. Да, музыку, конечно, не поменяли. Но все же какие-то... Но все же эта версия действительно лучше. Так, там почему-то окна забиты, кстати. Надо еще раз попробовать пробраться на второй этаж. Мы сейчас это сделаем. Не, нельзя. В замочной скважине смотри. В оригинале можно было. О, тут ружье даже на стене висит. Прикольно. Но нам оно вряд ли пригодится. А где этот магнит? Здесь магнит должен быть. Почему его нет-то? Магнита почему-то нет. Странно как-то. Ладно, в общем. Нет, если нету магнита, то как я отмычку-то достану? Отмычка, она... Ну-ка, давайте посмотрим, она там есть вообще или нет. Так, глянем, 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 глянем. Нет, я не вижу никаких отмычек там. По-моему, отмычка вообще на кухне не лежала. Надо, короче, все шкафчики, все проверить. Может быть, в каком-то из шкафчиков лежит отмычка. Ой-ой-ой, он там. Ну, на кухне мы посмотрели, на кухне нету ничего. В спальне тоже нету, я смотрел. Может, тут что-то есть? Есть колокольчики. Колокольчики бесполезны совершенно. Так, я выстрелил. Я не успел, наверное, не выстрелить. О, предметы сохраняются. Это хорошо. В прошлый раз. И, кстати говоря, по-моему... Да-да-да. В прошлой версии, когда это самое, мы проигрывали, свет нас ловил, то игра полностью заново начиналась. А здесь нет. Посмотрите, здесь реально прям нормально все сделано. Более-менее. Ну, конечно, это все равно не идеально, но, блин, это все же лучше. Да, даже дверь открыта осталась, блин. Реально хорошо. Но где же отмычка? Где найти отмычку? Посмотрим. Какие-то блестки непонятные. О, ключ. Ой, я успел взять ключ. Отлично, 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 отлично. Коробку возьмем. Не попробуем дверь ту самую открыть. Интересно, он не выставляет новые камеры или капканы? Я что-то не замечаю пока такого. Скорее всего, меня будет не так хорошо слышно. Потому что это заметно, мне кажется. Так, его тут нет. Открываем. Фак, 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 фак. Я успел взять лом, это хорошо. Так, теперь с этим ломом, насколько я понял, надо проникнуть на второй этаж и открыть те двери. Открыть дверь в ту комнату с дыркой. В потолке.
Сейчас мы попробуем это сделать. Колесо взять нельзя, жалко. Где лом? Это то, трудно пробраться вообще туда. Нас постоянно будет ловить сосед. Мы будем по пару винтиков, короче, отламывать. Фак. Так, он меня тут не найдет или найдет? Сейчас узнаем. А как выйти из шкафа? В смысле? Я застрял. Выйти нельзя из шкафа. И что делать, блин, теперь? Я застрял. Выбраться нельзя отсюда. Шкафа не выбраться, ребята, не выбраться отсюда. А, нет, можно, можно. Я уже думал, игру придется перезапускать. Блин. Не успел. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. Кстати, искусственный интеллект здесь не сильно развитый, конечно. Ну, залезь. Чё ты это самое не залезаешь, что ли? Ну что, пошли? Доски дурацкие, блин. Здесь дверь находится, но ее вообще-то не было здесь. Блин, что-то под, то ли подлагивает, как-то выглядит. О, подвал. Можно по нему побегать. В оригинале, ой, не в оригинале, а в той версии, которую мы с вами смотрели, мы находили до той двери и угадай ключ. Нет. Ой. Я случайно выбросил его. Блин. Звук как... Звуки как... Это... Первый альфик, кстати. Блин, вот я боюсь, что я сейчас туда приду, там сосед будет. Или не будет. Блин, как тут темно, я вообще ничего не вижу. Бежим. Реально более нормально. Не понял. Какого хрена? Здесь должен быть проход еще один. А, вот он. Я его не заметил. Тут так темно, что вообще хрен, что поймешь. Я ничего не вижу вообще. Ключ какой-то есть здесь. Здесь где-то генератор должен быть, но, блин, я не вижу его вообще. Видимо, фонарь искать придется какой-то. Ну-ка, может, сюда спуститься? Посмотрим, может, что здесь есть. Ну, спускайся, ну что ты стоишь-то? Нифига не спускается, ну-ка, давай. Спускайся, блин. Опа, другое дело. Здесь тоже темно, не видать ничего. О, ключик есть. Окей. Так, по лестнице можно подняться, надеюсь? Как?
И чё? И как подняться по ней? Неужто нажать на F или на E? А, на E нажать надо. Сейчас попробуем дурацкий генератор этот найти в подвале. Я не вижу ничего. Вообще ничего я не вижу. Ладно, давайте вернемся, потому что я не найду ни генератора вообще, ничего я не найду. Может, где-то тут есть фонарик. Но здесь есть также... А, вот фонарик. Только его можно взять? Что-то вот я не уверен, что его взять можно. Его вообще, по-моему, взять нельзя. А здесь тоже нет фонарика. Ну, блин. Не видать, вообще очень серьезно не видать. Посмотрим, там сосед где-то, наверное. Давайте по другому пути тогда пойдем, может там будет что-то видно. Так, минутку, это что, фонарь? О, фонарик, отлично. Давайте еще раз пойдем по той дороге, может я что-то там разгляжу. А здесь и нету его генератора-то. Ну-ка. Не включается ничего. А, вот еще что-то есть. Но я нажал и не происходит ничего. Посмотрим, куда ведет этот провод. А, он должен, по идее, открывать эту решетку. Она не открывается вроде. Ну-ка еще раз нажму. Чик. Не открывается. Может, питания нет. Давайте по другому пути пойдем, посмотрим. Может, что-то тут реально надо искать. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь мы вообще-то были, но пойдем по другой дороге. Может, где-то реально надо питание включать. Я не знаю, ну посмотрим. Пойдем по этой дороге тогда. Здесь ничего нет. Хотя должно быть. Так, здесь пусто. Дверь заперта. И что делать теперь? Так, здесь что-то... Блин, и как... А как эту дверь-то открыть? Я что-то не пойму. Странно вообще, вот серьезно, я не понимаю, что делать. Назад тогда пойдем. Где нам поди сосед будет. Нашли, но, блин, как включать эти решетки, я не знаю. Ну-ка еще раз давайте пойдем туда. Я застрял опять и не могу вылезти. Я в текстурах застрял. Тут, кстати, ключ какой-то валяется. Да твою же мать, открывайся. Ой, не открывайся, вылезай отсюда. Я не могу вылезти вообще отсюда никак. Я застрял в текстурах. Давай, влазь, блин, отсюда. Я застрял в текстурах и не могу выбраться отсюда. Да, в общем... А, все, и, короче, все, я застрял, и невозможно, короче, ничего сделать. Это у нас что? Не знаю, чувствительность, наверное, или что. Единственный способ — это перезапускать игру. Но заново начинать игру я не собираюсь. В общем, ладно, вот такая вот, короче, была у нас версия. Если вы знаете, что делать, как открыть те решетки, пишите, короче, в комментариях.
Я сделаю еще видос, где мы посмотрим, что находится за той решеткой. Ну а на этом все. Взрослый господ песос, и выбраться я отсюда не могу. С меня, короче говоря, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Если знаете, как пройти в тот подвал, пишите в комментариях. Я обязательно посмотрю. Всем пока.